Першая змена у открытым акционерным товарыстве «Гомельшкло» начинается у 8:00 раницы. Мобильная группа приезжает прикладно за 15 хвилин до этого часу и никого на проходной уже не сустракая. Керовник группы Александр Ключинский каже, что это другое после «Гомельбудматериала» проверенное предприемство областного центра, где все работники приходят на працу загодя и змену начинают своечасово. На остатних нехто обовязково спазняется. За 15 минут до начала работ, значит, мы были на производстве, все люди уже были на производстве. То есть это говорит о том, что какое расстояние не было до рабочего места, они вовремя пришли и приступили к работе. Это не может не радовать. Причин для наведывания открытого акционерного товариства «Гомельшкло» у мобильной группы несколько. И первое не вельми приемное. 2 года тому тут отбылся несчастный выпадок. Необходимо проверить, как обстоят справы заховой працы зараз. Другая причина больше оптимистичная. Средняя зарплата на предприемстве досягнула 1 000 рублей. Ситуация тем больше приемная, что еще 2 года тому «Гомельшкло» до лидеров не относилось ни по каких позициях. Навод продукцию продавали со стратами до 40% ниже за себекошт. Сегодня рентабельность плюс 30. Каб досягнуть таких поспехов пришлось принять шерег кардинальных мер. От снижения себекошту продукции и смены поставщиков сыровины до оптимизации товаропроводной сетки. Плюс полная модернизация вытворчести. У 2015-м запустили линию по вытворчести ламинированного шкла. Летось шкла с энергосберегающим покрытием. При этом 90% продукции у минулом годе поставили на экспорт. Сёлета лишь крыху меньшая, але на это есть объективные причины. По 8 месяцам 80% производства продаем на экспорт. Увеличилась реализация на внутренний рынок. Мы в этом году продаем на внутренний рынок на 60% больше, чем продавали в прошлом году. Но внутренний рынок – это политический вопрос. Мы тут как бы… Это наш рынок, это наша страна, поэтому мы держим и всю потребность. Как только увеличивается потребность, мы заполняем эту потребность. Показатели все доведенные свыше, взятые заводом, мы выполнили. Обеспечили уже сегодня уровень заработной платы на заводе. $500 уже сегодня. Незапланованные встречи с работниками предприемства под час работы мобильной группы – звычайная практика. Коли побач нема керовництва, працовники часто становятся больше открытыми. На этот раз ни одной скарги почуть не отрымалось. Задовольняет все – и умовы працы, и наявность места для отпочинку и приема ежи. Здесь созданы благоприятные условия, как мы убедились с вами, связанные с безопасностью, охраной труда, условия бытовые. К сожалению, такого еще не на всех предприятиях. Олеся Нцюрова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель».